День защиты детей – государственный российский праздник, который по всей стране отмечается 1 июня. В преддверии этого дня оздоровительный центр «Дельфин» в Развилковском бассейне провел традиционные соревнования «Веселые старты». В них приняли участие как профессиональные пловцы, так и ребята, для которых плавание является поддержанием здорового образа жизни, а также дети с ограниченными возможностями. Подробности у Юлии Погосян. Шесть команд по 8 человек, возраст которых от 8 до 12 лет. Все эти ребята накануне Дня защиты детей поборолись за звание победителя в соревнованиях «Веселые старты». Оздоровительный центр «Дельфин» уже давно стал местом, где малыши превыше всего. Здесь регулярно проходят различные соревнования, а детям-инвалидам вообще уделяется особое внимание. Вот и в этот раз они наравне с остальными участвовали в стартах. Дети – это прежде всего, это будущее страны. И очень хочется, чтобы они были здоровыми, чтобы они были успешными. И государство делает все для того, чтобы показать, насколько оно заботится о детях. И это правильно. Один из таких особых детей – Сергей Конев. Мальчик уже 5 лет занимается плаванием, и в будущем он бы хотел посвятить жизнь этому увлечению. Его цель – Паралимпийские игры. А ты хотел бы участвовать в Паралимпийских играх? Да. Почему? Потому что выйду в страну. Победителем стала команда «Подсолнухи». Второе место заняли «Божьи коровки». Третье осталось за «Солнышком». За все призовые места ребят наградили медалями и ценными подарками. Но и остальные участники не ушли домой с пустыми руками. Они получили грамоты и сладкие призы. Вообще, надо отметить, что эти соревнования проходили в очень дружеской атмосфере. Старты стали для детей поистине веселыми. Переживала, конечно, за свою команду, подбадривала, всегда помогала. Очень интересно, все подготовлено, хорошо. Конкурсы очень интересные были. Многие ребята участвовали в соревнованиях не впервые. Детям настолько нравится посещать бассейн, что они с удовольствием используют каждый шанс, чтобы задорно использовать и провести время в компании друзей. Юлия Погосян, Константин Брылов, Елена Кошлева, Видное ТВ.